Кристоф, я так рада, что мы с тобой стали друзьями и теперь сидим в этой романтической обстановке у камина и обсуждаем наше светлое будущее. Анна, я совершенно с тобой согласен. Я очень счастлив, что мы со Свеном повстречали тебя, Эльзу и нашего дорогого Олафа. Кристоф, я надеюсь, вы с Свеном не захотите покинуть наш замок? Ведь нам без вас будет очень и очень скучно. Анна, да как ты можешь такое говорить? Я и Свен, мы не представляем жизни без вас. Вы стали для нас вселенной, вы стали для нас настоящим счастьем. И мы вас очень-очень-очень полюбили. Анна, поверь моим словам, мои чувства не лгут. Ах, Кристоф, дорогой, ты не представляешь, как же счастливы и мы, что вы есть у нас. Анна, Кристоф, мне срочно нужна ваша помощь. Олаф опять убежал в сторону заколдованного леса. Нам нужно его спасти. Как убежал? Да, зачем он туда побежал? Что с ним такое происходит? Я не знаю, но его что-то или кто-то туда манит. Он гулял около дворца вместе со Свеном, затем Свен вернулся, а Олаф нет. И Свен указал, что он пошел в сторону этого заколдованного леса. Вот это вот новости! Кристоф, нам нужно срочно садиться на Свена и бежать в сторону этого заколдованного леса, либо наш Олаф может пропасть. Анна, Кристоф, думаю, я вам сейчас скажу очень странную вещь, но вы должны мне поверить. Я считаю, что Олаф не просто так пошел в сторону именно этого заколдованного леса. Это ловушка. Кто-то хочет, чтобы пришли туда мы. Но раз этот кто-то хочет, чтобы мы туда пришли, мы придем. У нас нет другого выбора. Мы должны спасти Олафа. Своих друзей мы в беде не оставляем. Анна, Эльза, я полностью с вами согласен. Нам не стоит терять времени. Идемте же скорее спасать нашего Олафа. Вот что-то я не пойму. Как я здесь очутился? Что это за жуткий лес такой? Ой, как мне вернуться-то домой? Зачем меня вообще сюда понесло? Сидел бы у камина в тепле со своими друзьями. Какая прелесть! Нет, надо было сюда забрести. Теперь выбираться буду. Или мне кажется, или какие-то звуки доносятся с этого леса. Вот говорил же мне Свен, пошли домой. Нет, надо было сюда переться. Ну что это за тупая голова такая? Вообще не пойму. Как теперь выбираться, и друзья переживать будут. Какой же он все-таки жуткий этот лес. Прям страшно смотреть. Ой, что это такое? Надо бежать. Ой, кыш от меня. Фу, кыш. Ой, что это такое? Надо бежать. Ой, кыш от меня. Фу, кыш. Анна, я уже не могу идти, утопаю в сугробах. Да, метель становится все сильнее. Это нам кто-то мешает. Кто-то хочет помешать найти нам Олафа. Свен, дружище,
такая же сильная метель. Свен! Эльза! Эльза, я не знаю, что нам делать, куда нам идти. Анна, я тоже не знаю. Стало очень-очень холодно, и вокруг ничего не видно. Мама! Бежим скорее, пока он не потерялся из виду. Анна, Эльза, мои дорогие подружки, спасибо, что вы пошли за мной. Простите меня, я не хотел уходить, без вас бы я пропал. Олаф, что же тебя заставило отправиться в этот лес? Скажи, пожалуйста. Друзья, я вам все дома объясню. Сейчас нужно выбираться срочно. Здесь такое происходит. Очень страшные вещи. Я вам все подробно расскажу дома. Олаф, скажи мне одно. Тебя что-то звало в этот лес? Да, Эльза, да. Я слышал прекрасное пение, и мне ненароком против моей воли захотелось послушать это пение ближе. Таким образом я уходил все дальше и дальше. Друзья, нам нужно срочно покинуть эти места. А что будет дальше?